Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що передбачає штрафи від 170 до 255 гривень за перебування у громадських місцях і транспорті без засобів захисту, а саме масок і респіраторів, які прикривають ніс і рот. Як до цього ставляться наші подільчани, зараз дізнаємося. Я думаю, за. Потому что люди не понимают, что это для их безопасности. А это уже, я понимаю, крайние меры. Потому что, ну куда уже, 15 тысяч за сутки почти. Поэтому это очень критично. Для нашего здравоохранения, я думаю, что это критически. Я думаю, что люди, которые не носили маски, так и дальше будут носить. Я думаю, что, не знаю, будем надеяться, что что-то изменится к лучшему. Дойдет до людей, до сознания, что это наше здоровье, наших родителей в первую очередь. И деток. Да, и деток, да. Поэтому я, например, не хочу оказаться в больнице, там и без кислорода, например, где-то в коридоре, потому что врачей не хватает в первую очередь, и мест не хватает. Поэтому я очень... Вы сгодны с этим? Да, да. Ну, если штрафы помогут, чтобы люди носили маски, может быть, как... Устрашающий факт. Цього... Положительно. Положительно, так? Ви згідні з цим? Ну, в общественных местах, да, і в магазинах, в маршрутках. Почему нет? Однозначно позитивно, тому що у нас люди їздять в маршрутках навіть без масок. А навіть якщо і маска є, то вона десь на підборідді, але не потрібно, не так, як потрібно носять. Тому, звісно, за. Це давно, мабуть, треба вже було зробити. Так, і маски як потрібно носити? Щоб закривав ніс і рот. Конечно. Я очень положительно. Мы соблюдаем эту дистанцию, выполняем эти требования, охраняем работников аптеки, автобуса и все. Мы их защищаем и себя, и рядом сидящих. Я очень за все. Только по улицам можно так идти. Я считаю, что это правильно, потому что это не то, что цена человеческой жизни. Как бы... Что повинні всі носити маски. Да, должны носить маски, так как от любого прикосновения можно заболеть. А как бы цена человеческой жизни намного дороже, чем какие-то деньги. Я к этому ставлюсь положительно, потому что с данной заболеванием, да? С данной, да, ситуацией в нашей стране, я думаю, это необходимые меры, чтобы вирус не распространялся. Да, как и моя семья столкнулась уже с этим, поэтому всем говорю, нужно какие-то меры предосторожности применять себе и носить маски. Я думаю, если не штрафовать, если не проводить какие-то жесткие меры с населением, то наши цифры и антирекорды будут увеличиваться в разы и в разы.